Тут ухаживаю за рододендроном, а тут вырос под ним гриб. Смотрите, какая прелесть. Вот тут сидел. Вот его ножка. Посмотрите. Вот так, дорогие друзья. Вы попали на канал «Любимый сад» у Татьяны. И у Татьяны гриб, почти боровик. Но это, насколько я понимаю, подберезовик. У него такая вот, видите, чешуйчатая черная штучка. Крепенький, нечервивый, прекрасный. Вот так. Под рододендроном растут боровики. Понятное дело. Смотрите, какое приятное солнышко светит. Я тут валяюсь на травке, так как я обкапываю вот этот кант. Вот видите, по контуру. Потому что он уже зарос, и трава идет на мой цветник. И я вот сейчас его вокруг обкопаю. Вот трава, потом я ее в компост. Вот. Так что на закате вот такие пейзажики и гриб. Началось все с гриба. Вот так красивенько, так приятненько. И получится обход по саду, дорогие друзья. Вы пришли на канал, и мы сейчас немножко пройдемся и посмотрим на красоту. Вот такой красивый вечер. Привет, привет всем. Сегодня обрезала цинию. Очень много цветов у цинии. По-прежнему вот такие красивые шапки гортензий. По-прежнему цветут розы. Паутина залезла. Вот в таком красивом цвете, на таком закате, такие красиво цветут розы. Просто прелесть. Обратите внимание на эти красоты. Вот такой закат. Вот цинния, которую только что почистила от сухого цветочка, и она заново радует взгляд. Здесь салатовая цинния, тоже прекрасный цветок. Так, а здесь прекрасная роза. Вот. Наслаждение просто красоты такой. Роза обильно цвела и продолжает радовать. Здесь я посадила сумах, хотя я его очень боюсь, 5 лет боялась, потому что знаю, что он дает большую поросль. Но когда посмотришь на сады, в которых есть сумах осенью, просто безумно большая радость. Как вы думаете, если вот здесь по центру будет сумах расти, что с этого будет? Это хорошо или плохо? Как вы думаете, ваше мнение? Он создаст какую-то ауру, но в то же время он дает поросль сумасшедшую. И я вот за это сильно волнуюсь. Вот. Но он безумно красивый. Да, конечно, такого солнца здесь не будет. Будет такая полутень. Я тоже этого боюсь. Но на это мне есть ножнички. Мои ручки и мои ножнички, которые, я думаю, что будут стричь. Стричь, как я стригу всякие свои любимые растения. И не даю им разрастаться. Вот так стригу свои туи. Посмотрите, какие мощные туи. Вот эти деревья все стригутся. Может, не бояться мне своего сумаха в будущем. Но когда это будет, тяжело сказать. Вот. Какие приятные на закате оттенки. Вот так солнышко радует. Вот такой обход по саду, быстренький, неожиданный.
И все виноват гриб. Гриб-мухомор. Конечно, не мухомор. Я люблю грибы собирать. Смотрите, какая красивая тыква. Эти оттенки загадочные. Это солнышко вечернее. Просто счастье. И сейчас я пойду еще дорабатывать. Вам досниму обзор. А вы не забывайте поставить пальчики. Написать комментарии приятные. Вот так. Чтобы был хороший сад. Старайтесь ухаживать за ним. Создавайте его, фантазируйте. Это ваш сад. Так что будем стричь свои деревья, формировать их в такие красивые шапки. Такие приятные оттенки. Калина. В таком состоянии сейчас гортензия. Ну и девичий виноград плетется на сосне. А еще я вам сейчас покажу красоту. Покажу красоту. Это красную цинью. Вот красная цинья. Ее надо тоже обрезать. Смотрите, вот есть такие цвета. Просто обалденные. Яркие. А вот эту можно уже подойти с ножничками и ее обстричь. Вот. А здесь даем силу вот таким оттенком красного. Просто прелесть. А, какая красивая фотография может быть. Просто чудеса. Когда я закончу эфир, обязательно сделаю такую фотографию на заставку этого ролика. Добрый вечер, друзья. Я вам желаю приятного просмотра, наслаждаться своей красотой, соединения с природой. Успехов вам, счастья. А мы продолжаем обзор по саду, ходим и наслаждаемся этой красотой. Вот. А вы напишите, какая вам цинья больше понравилась. Напишите еще, что вам понравилось. Боже, какое солнце, просто сказка. Срывайте свои отцвевшие цветочки. Наслаждайтесь. Так, здесь мы посмотрим бордовую гортензию. Не знаю ее название. Она как будто там заболела. С таким налетом. Чем ее обработать? Кто знает, напишите, пожалуйста, чем обработать гортензию. Статица такая, смотрите, милая. Здесь еще цветет пеларгония. Она вот такая приятная. Тоже оборвем все цветоносики. Она еще дальше продолжает радовать. Так. Вот такая цинья. Просто сказка. Так, здесь дерево вот это. Туя смарагд. Ножки я ей, видели, как обрезала красиво. Тоже мне очень нравится. Давайте посмотрим, как она будет солнышко ловить. Просто прелесть. Ну и подойдем к гортензии. Конечно же, конечно, подойдем к гортензии. Вот такая прелестная гортензия. Я еще не изучила ее название. Их столько много, этих названий гортензии, но это мельтешатое. Я просто без ума от этой красоты. Дальше смотрим. Здесь такая малышка. Это вот будет распускаться новое, успеют. И вот этот уже давно. Это крупнолистная отцветает. Тоже соцветия уже такие пожухлые. Привет, привет, моя гортензия. Так. Переходим на метельчатую гортензию. Смотрите, какая она. Тоже все сорта я потом запомню. Пока еще все не запомнила. У меня все записано. Поэтому в описании, если интересно, напишите, я вам отвечу. Так, и еще пройдемте вот
Вот. Это вот у меня цвела крупнолистная целое лето. И сейчас такие грязных остались два цветочка. Здесь в кашпо у меня цинния вместе с прекрасной статицей. Сухоцвет такой. Вот салатовая цинния. Статица. Вот я не знаю, когда ее не срываешь, она тоже имеет не такой неопрятный вид. Надо ее срезать. Но я ее вот этот кусочек могу сломать. Я ставлю эту. О, боже, как я испугалась. Надеюсь, вы не испугались. Вот ко мне приходит такой друг. Ушко поправит тебе. Дай лапу мне. Давай сидеть. Друг, привет. Он растет, ему 4 месяца. Вот, смотрите, я его научила сидеть. Дай лапу. Ой, молодец. Дай лапу. Кусается. У него зубы режутся, все мои тапки украл. Отдай, перчатку не рви, пожалуйста. Милый, дорогой. Вот, отдай. Нет, не рви перчатку. Ну все, дай лапу. Ой, спасибо. Ты меня напугала. Ну вот, продолжаем. Я вам тут хотела показать вот такую красавицу, метельчатую гортензию. Может, это Silver Dollar. Огромные шапки. Тут было 7 шапок. Я вот все их срезала. Вот. Куда ты? Не ломай мою гортензию, пожалуйста. Милый друг, куда ты? Нет. Нет, куда ты пошел? Что ты там хочешь? Иди сюда. Уходи. Разворачивайся, только не это. Нет, иди. Уходи. Иди сюда, давай. И пион сломаешь. На тебе цветок. Я знаю, ты любишь все у меня забирать. Все сейчас понесет своей мамочке, отдаст в норку. Все у меня забирает. О, цветок все-таки не понравился, да? Хорошо, дорогие друзья, сейчас вам еще покажу один момент. А мой садик покажу вам, кстати, про кострище. Смотрите ролик, он вышел вчера, поэтому смотрите, как я создавала кострище. Так, а вот здесь, смотрите, это девичий виноград сброшен. Сейчас я его уберу, вот я сверху его, он просто оплел весь дом, очень сильно оплел. Вот я вам сейчас покажу. Вот так я срывала сверху, он прям пошел туда расти. Вот здесь я хотела вам рассказать, что у меня тут отцветают мои цветочки. Это мой итальянский садик. Почему я его так назвала, кстати? Распустилась. О, забирает моя. Посмотрите, красивая такая. Вот. Ну, в общем, смотрите, вот мой. Итальянский садик. Я так его назвала. Вот тут лавочка под березкой. Вот, что-то он нашел, тут ест. Не знаю, кого-то съесть хочет. Так, а вот здесь лаванда у меня с пряными травками. Вот такая прелесть. И шаровидные на заднем плане туйки карликовые. А здесь Джульетта решила меня вообще с ног сшибательная. Джульетта вот так меня порадовала. Просто прелесть. Смотрите. Вау. Как красиво. Чики-чики-чики. Чики-чики-чики. Джульетта просто восхитительная. А на закате все цветы и тона, полутона. Просто наслаждение. Вот. Вот, красота. Этот тоже распускается огромный. Метельчатая гортензия. Тут еще одна метельчатая гортензия. Вот это может Бобо какая малышка. Ой, наступила на собаку. Боже, она под ногами у меня прыгает, бегает. Вот эти все цветы, пока их не снимешь, вот этот сорт роз, он не осыпается, они так и сидят, замерли, как будто мертвые. Вот такой сорт розы, которую надо снимать, а так она как застывшая роза. Вот так.
Ну что, дорогие друзья, прогулялись мы неожиданно с вами по саду. Вот. И на закончение нашей прогулки мы подойдем опять к прекрасной Цинне. И я вам скажу приятные слова. До новых встреч, друзья. Я желаю вам успехов в вашем саду. Пусть мир будет прекрасен. Делайте мир прекрасен, и он будет прекрасен. Пока-пока. Там-та-дам-там-там-там-там-там. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий.